капли лимона и наносим на пигментные пятна. Только единственный момент, в период активного солнца не использовать нельзя. Значит, Deep Blue у нас это легкий пилинг, да, потому что входит в состав масла грушанки. Масло грушанки это салициловая кислота. И Deep Blue базовое масло для массажа лица, для того, чтобы был вот этот вот легкий эффект пилинга. Ну, собственно, это все. То есть больше как бы в косметологии Deep Blue нигде мы использовать не можем.